Первой на сцену выйдет Настя Блащук. Вот так вот Виталий Таганов уступил ей место, может быть, на удачу. Единственное, о чем Настенька просит свою бабушку, не смотреть сегодняшний эфир. Она очень волнуется за ее здоровье. А если вы волнуетесь за Настю и вместе с ней за ее бабушку, отправляйте цифру 2 на номер 732. Оставляйте девушку в проекте. Мы начинаем! Сложно сказать, что ты певица. Нужно работать, работать, работать. Все мимо музыки, на согнутых ножках. Мне немножечко жаль. Настя Блащук, 11 и номинанты на вылет. У меня немає ничего такого сильного. Я просто такая, какая я есть. И, мабуть, за це я пройшла у це шоу. О любви я не успела тебе сказать. Остается Настя Блащук. Друга номінація стала черговим випробуванням для Насті. Дівчині дуже тяжко і нікому її підтримати. Всі думають, як би виступити саме, ну, найкраще, щоб пройти далі. Ну, ти що, я переживаю всю дорогу. Поняв? Всю дорогу. З тих пор, як я захворіла, я переживаю. Хай тебе Бог благословить, охороняй, аминь. Щоб ти мені була хоч щаслива та здорова. А мне не больно, а мне прикольно! А мне не больно! Я зрозуміла, що біль, яка є, вона її просто приховує. Напевно, Господь Бог дає мені такі якісь перешкоди, щоб я її завжди долала, щоб я зібралася і показала свою сильну сторону, яка у мене є. Играет волынка вдалеке, я в старом ботинке плыву по реке. Я в правом ботинке на левой ноге плыву невидимкой по реке. Бьют волны, а мне не больно, а мне прикольно, а мне прикольно. Бьют волны, а мне не больно, а я прикольная. Я в небе летала вдвоем с тобой, я с неба упала вниз головой. Я с неба упала и все дела, три дня умирала, не умерла. Бьют волны, а мне не больно, а мне прикольно, а мне прикольно. Бьют волны, а мне не больно, а я прикольная. Бьют волны, а мне не больно, а мне прикольно, а мне. Тебя я закрыла своим ключом. Тебя я открыла, да не для себя. Тебя я закрыла, ключ выбросила. Бьют волны, а мне не больно, а мне прикольно, а мне прикольно. Бьют волны, а мне не больно, а я прикольная. Бьют волны, а мне не больно, а мне прикольно, а мне прикольно. Бьют волны, а мне. А мне не больно, а мне прикольно, а мне прикольно. Бьют волны, а мне не больно, а я прикольная. Бьют волны, а мне не больно, а мне прикольно, а мне прикольно. Бьют волны, а мне.
больно, а мне не больно, а мне прикольно, а мне прикольно. Бьют волны, а мне не больно, а я прикольная. Настя Влащук! И наш прекрасный балет, который, не стыдясь, раскидывался Настей. А ей ведь не больно, а ей прикольно. Прикольно ли вам было, Наталья Андрейченко? Добрый вечер, дорогие любимые люди. Ну как, соскучились по шоу, а? Фанаты, клубы. Я тоже по вам, по всем соскучилась. Настенька, добрый вечер, умница, как трудно открывать, все соскучились, все тебя ждут. Да еще в таком балахоне, в котором невозможно двигаться. Я так испугалась за тебя в самом начале. Я подумала, боже мой, как же она вытянет всю эту песню. Ну, может быть, если только прикольная поможет. Ну, здорово, очень органично. И мне понравилось то, что это было как-то так очень фольклорно. Я думаю, что ты сама это все придумала, ты молодец. Но больше всего я радовалась, когда наконец-то обнажили это чудное туловище. Вот и могли мы радоваться и наслаждаться этой божественной девочкой. И еще мне очень понравились ребята. Они так замечательно играли в этом номере. Они все какие-то были такие тоже как бы полуприкольные. Спасибо. Настенька, давай бегом к ребятам. Цифра 2 на номер 732 за Настю Влащук. Отправляйте, если было вам прикольно, если вам понравилось все ее туловище, движение. И даже если балет вам понравился больше, чем Настя, тоже отправляйте за нее цифру 2. Ребята. Мы по-новому... Настя Влащук. По-новому открыла для себя еще на Настю Влащук. Появляется, она может быть и такое. Настя, кто тебя целовал помадою тут? Я вам не скажу. Я сама себе поцілувала, так, щеку. От. Ну що, ми тебе вітаємо. Ні, по-перше, цифра 2. Найголовніше, що треба зараз знати, цифра 2 на номер 732 за Настю Влащук, щоб її підтримати, щоб вона залишилася в проєкті. По-друге, Настенька, в нас, ми знаємо, що бабуся, на жаль, не змогла приїхати тебе підтримати. От. І ще ми побачили, що тобі от в ліжку валялося щойно. Чогось не вистачало. Когось не вистачало. Чогось. Нас... Ну, не вистачало. Не вистачало. Ми тому... вирішили для тебе організувати, бабуся ж не змогла приїхати, тому ми вирішили організувати для тебе справжню групу підтримки, яка завжди буде з тобою, яка ніколи тебе не зрадить, на яку завжди можна покластися, тому що це от такі самі гарненькі, м'якенькі, добрі і розкішні, як і ти. Медвідь, заєць і слон. І, ну, але слон на ведмедя подібний. Слон після болячки. Ага, слони, коли хворіють, стають ведмедями, так? Настенька, це тобі, вони будуть тебе підтримати. Я сподіваюся, ти як дівчинка любиш м'які іграшки. Це буде на підтримочку тобі. Дякую. Послухати. Бабуся, моя рідна, я тебе дуже-дуже люблю. Не хвилюйся, все буде добре. Побачила вже, побачила. Бабусі передала вітання. Цифра 2 на номер 732 за Настю Влащук. І цифра 1 – це Маша Єфросініна. Number 1. Ні.